Комитете Республики по туризму подвели итоги года. Главной темой стала реализация проекта типового придорожного сервиса в Северной Осетии. Объекты будут размещены по основным туристическим маршрутам. Уже реализуются два сервиса. Один в Куртатинском ущелье, другой вблизи селения Джимара по направлению к Медограбинским водопадам. Также по факту создания придорожного сервиса инициатор может претендовать на грантовую поддержку в размере 750 тысяч рублей. Потребность в этих объектах есть, в них будет размещаться питание, точки питания, это легкий перекус с кафе, ресторанами, конечно, их не сравнить, но все-таки это чай, кофе, дегустация остинских пирогов, также это торговля сувенирными продукциями, наличие санузла бесплатного для туристов и информационная поддержка, если кто-то передвигается по республике самостоятельно, автостопом, без услуг туроператора либо агентства. Он может зайти в любой из этих придорожных сервисов и получить необходимую ему услугу.